but never mind. Oh, И всем привет, дорогие друзья, со Смихом мы продолжаем играть в Spec of the Lane. И сегодня мы играем в вторую главу, потому что у меня там были проблемы с записью, сильные проблемы, поэтому я уже на третьей главе должен был быть уже. Снимать уже, точнее, должен был быть третью главу, но... лучше вам не знать, какая там дерьмо было. С записью. То звука у меня не было, моего голоса, то звука игры, там, короче, 6. Неважно, мы продолжаем, главное это. Должен сказать, что наше задание этого не подразумевало. Ну да, стоило найти трупы наших солдат, и операция стала спасательной. К черту приказ, согласен. Если страдают люди, то к черту такой приказ, Луга. Если Конрад жив, а я думаю, да, он согласится со мной. Вот следы, вот вам и гнездо. Да, странно. Прямо постапокалипсис. Не нарывайся. Помни, они убили 4 солдат и одного похитили. Ха-ха-ха-ха. Так. Глава 2. Часовые. Враг в прицеле. Стреляем. Стоп, ты меня пугаешь. Тихо, а ну-ка, хочу поближе к ним подобраться. Ладно, не вы. А ну-ка, что там у вас? Я хочу акусик. Кто-то делал запасы на зиму. Берёмся. Уже в пути! Зачем добро пропадать? Опа. Короче. Так, ладно, побежали. Давай, мужик. Увидимся в Сонгарде. Хе-хе-хе. Отсылка с Кариму, да. Это заколебали, что вы прячетесь? Псы позорные. Музыка? Противник близко! Так. Я хочу, короче, гранатами. Давай! Бей, давай! Прикройте. Давай! На! Все. Так я сейчас буду за них. Буду сейчас за барарачив. Прошу внести протокол. Здесь творится странное. Странное? Да просто за гранью. Мало того, что в Дубае люди, тут еще... Да, здесь творится, пацаны, странное. Нет, рано. Конрад и его люди ждут помощи. Этот боец приведет нас к 33. Убедимся, что все в порядке и выдвинемся. Ха-ха. Классный план. Опа. Блин! Да давай, кидай гранату! Я перезарядка! У нас движение! Вот! Фух! Фух, ну все. На!
Уху! Мне нравится. А ты что хотел? Чтобы они на месте стояли? Тихо, ты живучий. По тебе только что попала целая пулеметная очередь. Как ты еще живой? Как? Как? Ответь мне. Все. Возьмем это. Вон, с гранатометом, гранатомет, все. Топ. Так. Засада. Так, на С гранатомет. Вот так стоит. Осторожно, у него дробовик. Нас прижали, уничтожь их. Сними этого урода. Так давай, ты с этих снимайте, я... Внимание, движение! Да как ты так? Пацаны, мы, кажется, всем капец. Не высовывайся, действуй осторожно. Так, все, у меня патроны, нет, патронов на тебя нету. Хотя ладно, давай последние патроны на тебе. О! Ага, походу так и надо. Вот так. Все. Все. Просто-напросто все. Надо ссало. Капец. Адам, слуга, отзовитесь! Я здесь. Ты цел? И все, мы на это закончим. Потому что да, это третья глава. А значит, все. Всем удачи, всем пока.